Вообще, ну вот, лично для меня сложно петь такие песни, ну, достаточно грустные и мрачные, про такого, ну, и посвящая их такому веселому человеку, каким был Сергей Николаевич Мельников. Мы недавно работали в Крыму, я корреспондент военной программы телеканала НТВ «Смотр». Мы снимали работу на Нитке, ну, летчики знают, это тренажер палубной авиации. И там были ребята, которые с Сергеем Николаевичем еще вот в те годы работали на Кузнецове. И они вот, ну, с таким, даже не знаю, как это передать, с такой теплотой его вспоминают, и, ну, различные такие вот, ну, иным словом не скажешь, как приколы, когда, говорит, он умудрялся приземлиться на самолете, ну, не на палубу, допустим, а именно на аэродром, и, говорит, во время руления, это подгузный рассказывал замкомандира полка, он, говорит, умудрялся снять там маску и быстренько ЗШ и одеть резиновую маску ужастика какого-то. И когда самолет заруливал на стоянку, там уже сидел, значит, Мельников в виде монстрика какого-то. Ну, естественно, техник там, у него челюсть отпадала там и все такое. Ну, это Мельников. Следующая песня, ну, она это... Я просто думал, что спеть. Ну, решил вот ее спеть. Это одна из крайних моих песен. Она посвящена самолету, на котором Сергей Николаевич меньше летал, естественно, или неестественно, хотя, ну, испытатели на всем летают. Вот. Но она есть, может быть, потому что я решил спеть из-за той фразы, которая в самом окончании этой песни. Как обычно, вылет срочный. Знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставили на задачи, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник старик из спецовки. Хлопнет борт по законцовке, два крача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Между гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, ну ведомый, не зевай. Эй, внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы, и на выходе ни слова. Словно я попал в ухабы, заболтал самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как Саврасова грачи. Прилетели, выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Но земля не отвечает, ну разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб никакой сотый груз. Нахрена пошел я в качу, вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача, и водил бы я арбуз. Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают. Под глазам не разъедает и не скрыться от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ как пушка танка, грохот выстрелов полтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молоком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб по нам не пили водку. Я как уж на сковородке из расходован быка. Имитирую атаки, выходить пора из драки. Ведь почти сухие баки и потрепаны бока. Мне похоже как морозом, грач устал, клюнул носом. Значит, песня под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но жива машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушниках я слышу, летуны, спасибо вам. На обратном довернули, позади снаряды пули, уравнение обернули, держит в воздухе грача, борт
летит на честном слове, а из носа капли крови, знать в санчасти, на здоровье, получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют мой хлопнет звонко, за рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята.